Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной обзор на топового героя с топовым талантом. Ну, топового в прошлом, конечно, это я сказнул, но герой раньше был очень востребованный. И сейчас он тоже, в принципе, неплохо себя показывает. Бегал битву гильдии с ним. Вот такой вот у нас будет ара 12-12, 8-8, порочный пакт. Попросили, я прокачал его. Порочный пакт на восьмерке дает 150% урона, при этом увеличивает получаемый урон на 20%. Ара у нас 12 уровня, наносит урон равный 420% от атаки, 6 героев, снижая уровень энергии на 100, и накладывая молчание 5,5, кулдаун 6 секунд. Где использовать ару сейчас? Плохо себя показывает, кстати, против Фрей. Он их блокирует практически полностью, и Фрейя ничего не может сделать. Чарами скипетр войны плюс одна клетка. Также имеет шанс наложить молчание на 2,2 секунды. Кулдаун 7 секунд. Кулдаун большой, но ничего не поделаешь. Плюс одна клетка, в принципе, решает по локациях. Плюс, если здание далеко, можно достать. Артами топор будет стоять, так как я хочу его на урон протестить. Ну, крит урон плюс уклонение стоят, чтобы больше выживал. По статам, честно говоря, такое себе. 119 тысяч жизней в нынешних реалиях. Он даже рунами в полтора раза больше практически. Атака, как видите, 20 тысяч, чуть-чуть больше 20 тысяч. Ну, в принципе, этого хватает. Рунами у нас будет стоять ремочка. Питомцем сейчас мы ему ангела поставим. И поставим вот сюда вместо стрелка, так как битва гильдии идет. Напоминаю, идет конкурс на Огнекрыла и конкурс на Вольта, который будет вечером. Поэтому внимательно пересмотрите видосики и удачи. Так, ну что, вот такая вот расстановочка. Вот смотрите, раз, ультанул и сразу же снес. Но, как вы видели, он нормально Ронина вообще ушатал практически сразу. Ну, об чью-то отражалку просто улетел сразу моментально. Там хранитель был активирован или кто. Урона, как видите, просто немерено. Так, тут Афина есть у нас. Ну, давайте попробуем. Вот так вот, 600 тысяч, по-моему, вылетело. Ни хреново так. Афину просто вышатал с плюшки. Да, урон конкретный. 327. Интересно, интересно. Ну, забор энергии вражеского. Так, тут у нас есть такой интересный. Желательно бы, конечно, без стрелка. Вот вроде есть интересный противник. Сейчас попробуем. 418 по ворожаю прилетело. Неплохо. Вот видите, плюс одна клетка и молчанка сразу идет. Неплохо. Но ворожая он заблочить не может, кстати. Так, интересно, какой урон у него будет. Так, смотрим. 157. Ну, шатает, шатает. И неплохо, я вам скажу, он шатает. Давай, 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 давай. Не дай хранителю включиться. 158. Ну все, если сейчас урон включится. Да, видите. Дефа у него не хватает. А ворожай он трешует против Бигфута и остальных. 52 тысячи отхил. Тоже неплохо священный вон себя показывает. Случайно Огнекрыло выпустил. Посмотреть, кто там. А там Анубис. Ну, не знаю, ребят. Урон, конечно, неплохой. Можно еще добавить ему там. Давай, 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 ну ударь. 230 тысяч. Ну, ничего так. 6 целей. Кулдаун, в принципе, за счет 12 скилла у него маленький. Так, ну-ка, стрелок вот есть. Сейчас попробую. 157. По-разному, видите, очень рандомно бьет. Что не есть хорошо.
Так, а ну-ка тут. Вот 588 критом. Почти 600 тысяч без бафа. Отлично, по-моему. 415 без крита прилетело. Да, неплохой, неплохой дамагер получился. Интересно. Возможно, это вторая его жизнь будет. Правда, он будет сливаться с таким талантом от любой плюшки топового героя, но все же. Вот смотрите, 457 тысяч сносит. Где его использовать, думаю, вы и так все знаете. То есть PvP у 440 прилетело. Да, неплохо, неплохо. Конечно, шатают его тоже нехило так. Но, блин, ложит, налаживает молчанку плюс варлок. Пишите в комментах, если вы хотите сегодня увидеть на БГ состав с порочным пактом. Обязательно затестим. Ну, сразу минуснулся. Жесть. Ну, вот тут столько урона, он и так себя с БВшкой даже там шатало по отражалку. А тут просто вариантов нет. Чем минус 20 влетели. Так, ну-ка. Ну, 300 и сразу улетел. В общем, если его выпускают не первым, то в принципе есть смысл. Давайте потестируем его на арене, сейчас посмотрим. Так, это у меня. Ладно, этого сейчас пройдем. Смотрите, как Варлока просто смели. Сейчас буря тут, конечно, все зарешает. Так, создать. Давайте добавим его сюда. Тму таракань, ну окей. Немножко не попали туда, куда надо. Давайте еще разок. Можно вот так вот сделать. Бум. Смотрите, минуснул сколько героев. Вместе с Варлоком. На пару вдвоем сейчас должны затащить, в принципе. Не, хранитель включился. Убились об хранителя. Просто слились. Так, дестройер. Блин, он через верх идет. Ну, смотрите, Варлок. И качет тоже. Ну, конечно, жизни очень мало. Мы попробуем с выражаем вот так вот запустить. Ой, отлично. Да ладно, еще и ушатайте, возьмите их. Это вообще будет позор. Вот Фрея, вот смотрите, вот ради чего, о чем я говорил. У Фреи кулдаун. А, снесли его, да? Да. У Фреи получается очень маленький кулдаун, и она, точнее, у него на 12-м скилле, и получается. Ничего себе. Но она больше там себе отхиливает, чем он ее, к сожалению, бьет. Или ушатает. Не, наверное, не сможет. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Чтобы ближе был с доспехом, там все-таки 18-28, да, отхиливает себя больше. Ну, интересно, интересный состав. Давайте еще разок попробуем. Нет, тут без вариантов, тут сейчас у нас буря включится, Афина, и все. Так, ну не знаю, пишите в комментах, как вам такая сборочка. Давайте в экспедиции. Как по мне, в принципе, лучше, чем БВшка однозначно, потому что что с БВшкой, что с этим талантиком, он очень быстро вылетает. Так, что тут у нас? Так, тут у нас стрелок, давайте кого-то другого посмотреть без стрелка. Так.
Вот есть состав без стрелка. Теперь надо удачно еще забежать. В принципе, у него клетка. Не достанет. Сейчас сделаем дырочку. А, там ворожай. Ну, все равно его жестко сносит. Не знаю, я по Минотавру посмотрел, но очень большая разница. Так, вот нормальная расстановка, наконец-то. Смотрим. 183, ну, неплохо. Еще разок. 190, ну, где-то в районе до 200. Именно в такой сборке, как у меня сейчас. Конечно, можно больше урона набрать. Вот 336. Но на экспедиции, я вам скажу, это немало. Вот смотрите, делаем вот так раз. И варлок добивает 2, и половины героев просто нет. То же самое можно будет на битве гильдии потестировать под хранителем. Тем более можно это все сделать дело. Допустим, раз, хранитель и варлок. Ну и вообще остался один череп. А если взять Купидон? А, он не зарядил его. Ну, вот так вот 355 тысяч. Круто смотрится. Так 180 получается. А под Купидоном 350 без крита. Критом просто он их сливает. Ну, не знаю, круто. А ну-ка, варлок. А варлока мы так не посмотрим. Варлок сразу бьет. Варлок 239 без ничего. Ну, получше варлок получается, конечно. У варлока больше урона все-таки. И у варлока скин прокачан на максималку. Это тоже надо учитывать. Тут 500 получается. А у него 420. Вот вам разница 80%. Ну, ничего так. А ну, давайте еще на подземке хочу посмотреть. А, кошмарка. Интересно здесь посмотреть, что он будет выдавать сейчас по этим. Так, это немножко не то, не кошмарка, а жестокая. Что он будет здесь выдавать? 346, это по-обычному. Ну, такое себе. Ну, ангел вроде... 700. Да, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. 500, 600. Ангелок его восстанавливает. 360. Восемьсот, 539, ну около миллиона, если будет под бафом, если под тыковкой. Ну, конечно, он и для этих целей, но урон, согласитесь, все равно неплохой получился. Так, давайте еще кое-что протестируем. Сейчас найдем, поставим сюда грубую силу. И посмотрим именно такую сборочку с грубой силой.
Так, где там наша экспедиция? Надо так, чтобы он успел зарядиться. Он тут, конечно, здание сейчас будет с одной плюшки выносить. Возможно, придется купа все-таки ставить. Да, придется купидона ставить. Так, ну это он забежал далековато. Куда ты побежал? Ну вот так вот с плюшки всех нафиг выносит под Купидоном. С грубой. Так, а ну-ка попробуем с этой стороны. Может успеет так зарядиться, хотя вряд ли. Тут только Купидон надо. Ну, всех полностью 6 героев сносит. Вот так вот. Ну, не знаю, ребят, пишите комменты, как вам такая сборка. В принципе, я думаю, обязательно побегаю с ним на битве гильдий. Именно с такой прокачкой. Очень хочется посмотреть, что он там сможет все-таки сделать. Думаю, очень неплохой вариант для него. Но, конечно, надо иметь в топ прокачанных героев. Ну, атакующий талант лучше все-таки ремку ему поставить. Рунами можно психощит поставить. Ожив будет более универсальный. Это уже чисто так, если вам уже делать нечего, некуда девать этот талантик, можно его ставить. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно участвуйте в конкурсах. Всем пока.